Этот фестиваль ожидаемо стал одним из самых масштабных. Ахфест посетили порядка 5000 человек. Впервые праздник еды был двухдневным, чтобы гости физически могли попробовать все представленные блюда. Угощения были приготовлены из экологически чистых алтайских продуктов. А главным ингредиентом блюд в этом году стали грибы. Белые, подосиновики, подберезовики и даже гриб чага. Местный колорит – главный инструмент продвижения региональной кухни, считают эксперты фестиваля. Он собрал поваров из разных городов России, а еще Белоруссии, Монголии и Казахстана. Центр «Мой бизнес» провел двухдневную деловую программу для владельцев баз отдыха, заведений общепита. Перед ними выступили бренд-шеф ведущих ресторанов России, амбассадоры «Шеф-тим Раша» из Москвы, Кемерово и Барнаула. Они рассказали предпринимателям о необычных сочетаниях местных продуктов, о том, как региональная кухня может стать фишкой заведения, и закрепили теорию на практике, то есть на дегустации. Надо сказать, что и гостей фестиваля удивили необычным меню, например, освежающим напитком с экстрактом пихты, кофе из чаги, мармеладом из лука и грибным пловом.